Зеленое насаждение как фактор создания комфортной городской среды. О том, как сделать город не только красивым и зеленым, но и безопасным, рассказал участникам третьего международного форума социальной инновации «Формула активности» руководитель департамента по связям с общественностью некоммерческого партнерства стратегического альянса «Здоровый лес» Михаил Еремин. В рамках образовательной программы форума он прочитал лекцию на тему «Формирование комфортных и безопасных условий жизни граждан в городе посредством внедрения экономически эффективных методов создания и содержания зеленых насаждений». Главная цель моего доклада – это рассказать специалистам и рассказать представителям муниципалитета, городских специалистов, которые именно занимаются зелеными насаждениями, рассказать о том, как можно в городе при минимальных затратах, что сегодня очень важно, при сохранении бюджетных денег вырастить здоровые и, главное, безопасные деревья. Обратите внимание, очень часто деревья падают. Падают неожиданно, падают на машины, автомобили, на людей. Вот это очень важная тема. Кроме того, это тема и посадки, и сохранения деревьев. Организация «Здоровый лес» разработала 5 золотых правил посадки деревьев. Выбрать породу, правильно посадить, укрепить, а главное – сохранить. Также лектор рассказал о проекте организации «Деревья-памятники природы». На сегодня в России 133 таких памятника, а наш регион – один из рекордсменов по числу заявок. Сейчас в области 3 таких памятника, например, в Тотемском районе. К тому же деревья-памятники – это и средство привлечения туристов. Юлия Савинцева, Денис Терин, Вологда, Портал.